Во сколько раз? Во сколько раз? Откуда ты знаешь, что прямая зависимость? Нет, речь-то не о речь не о разрешающей способности. Это другое совсем. Это разрешающая способность. Они как-то связаны, конечно, с шириной спектральной полосы, но линейно, нелинейно, Бог их знает. Ширина спектральной полосы, если ты вот посчитаешь сейчас, у тебя там по горизонтали отложена величина d умножить на синус фи, да? Возьму я... Ну, это так совпало просто. Вопрос вот, если в этих единицах d умножить на синус фи, насколько у тебя изменится, если ты от левого нуля перейдешь к правому нулю одной спектральной линии? От левого минимума до правого минимума. Ну, об этом речь идет, что ширина спектральной линии равна 2 лямбда умножить на n. Поэтому ответ на вопрос, если мы число щелей увеличим в 2 раза, то здесь очевидно, что в 2 раза у нас уменьшится. Без всякой разрешающей способности. Ладно, таблицу с достижений знаешь, да? Да. В таблице достижений, да, там одну самую первую колонку создать надо после фамилии сразу. И себе туда плюсик поставить. Сумеешь колонку создать? Ну давай, будем смотреть, будем ждать. Ширина спектральной линии. Ну, я думаю, что Макс сейчас лучше объяснит. Алло, он уже ушел? Объясни, да? Что? Никакой. Буквой Ш обозначь. Чего у тебя есть? Какие два минимума? Где у тебя волна, где минимум? Что-то ты начал не то объяснять. У тебя спектральная картинка, на которой что отложено на этом графике? По горизонтали отложено d на синус фи, а по вертикали? На волны. По вертикали. Какая физическая величина? Интенсивность. Интенсивность, конечно. Что ты? Пашок, я тебя прибью. Нет, ты только что объяснил. Пашок, не заваливай людей. Я только что вроде понял, а сейчас уже понимаю, что это... Что-то, походу, не то понял. Ты сам такой задачу понял. Я не Макс спросил, тебе надо было не Макс. Так, мне надо стереть это. В общем, от максимума до минимума, если спускаться, то у нас длина волны изменяется, но вот такое вот значение. Ну, а считай, что подняться от минимума до максимума тоже такое же, получается 2. Я вот так вот это объясню. Ну, просто расстояние между двумя нулями, да? Да. Но вот это вот число, оно, конечно, выводится, но я его
не выводил. Сейчас скажем, что все понятно. Оно есть в видео, в теории, по-моему. В каком-то. Есть, есть видео. Там надо посмотреть видео. Вот из этих. Из этого плейлиста, который Наташа составила. Ну да, я говорю, что вот там, то есть, выводится именно вот. Прямо, вот это. Прямо эта картинка прямо есть. Картинка. А, ну эта картинка, да, это прямо оттуда. Я догадался. Но, я имею в виду, но это не в этой задаче выводится, это выводится, ну, в каком-то другом видео. Вот эти видео. Почему надо посмотреть обязательно эти видео в плейлисте Наташиным? Потому что это у нас будет как общий язык. Я буду вам говорить вопросы, они все и оттуда, из этих видео. Сейчас я слова эти говорю, а вам что-то не очень понятно. А, Александр Иванович, да. Вопрос задать. Давай. А вот плейлист Наташа где? Подожди, подожди. Всем на почту скинули. Не помню. Плейлист есть, знаешь где? Он на сайте есть. Сайт этот, знаешь? Вот на сайте там есть такая страничка, которая называется плейлист. Если сайта нет, скажи, то я сейчас пришлю ссылку, скину. Ага. Дмитрий, все понятно, да, с шириной? Кто следующий, давайте. Значит, Максим отстрелялся. Николай ничего не нарисовал, не готов, не сделал презентацию. Сделал, покажешь презентацию. Ну и нормально. Ничего не видно, правда? А, ну так ты смотреть, нажми на кнопочку смотреть. Чтобы покрупнее было. Да, чтобы на целую страницу показывало. Справа наверху есть кнопочка смотреть.